перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну и чё ты, рэпак? Ничего, дома. Дома? Да. Отдыхаешь? Да, только рано. Ну, заебись. Я Франчо жду, он сейчас должен приехать с Латвии. Ты у него? Ну да, я у Коляна только что был, у Коляна там дела делали. Там кое-что наклевывается очень хорошо. Шамил, он тему говорит или нет? Наклевывается. Братан, это как тему говорит? Это тема реальная, чел. Ну, пусть тогда делается. Если сделается, будет пиздато. Я потом тогда Олегу расскажу. То есть это реальная тема. То есть Олегу накинь. То есть можем сделать. Смотри, пишут Love from Canada. Appreciate that, though. Братан, смотри, как я подарочек твой на какую цепочку повесил. Смотри, как он висит. Да, неплохо. Все. Мне маны. Мне грилзы привезут только в мае новые. Ну вот, вот эту через девочку, да, через эту? Да. Бля, ну круто. Я же тебе сказал, говорю, она мне пишет, говорит, сведи меня с Олегом, я хочу грилзы ему сделать. Я говорю, бля, без базара, нахуй. Ты видал ее инстик? Видал, с кем у нас плейбой карте? Ты видал, что у нее за айс, блядь? Стало смешать. Ничего, пару лет и мы такими же будем, нахуй. Вот увидите все, блядь. Пару лет, долго, я думаю, братан, долго. Пару лет мы никуда не спешим, у нас еще вся жизнь впереди, блядь. Не, ну хорошо, можем медленнее пойти, чтоб не спотыкаться, согласен. Братан, ты не заметил, мы не на быстром, мы на стабильном двигаемся. Ты стабилен, что ли, братан? Ну, можно так сказать. Ты что, сам работаешь? Ну, не то что по графику. По графику. Будет, я тебе знаешь, как ход игры серьезно поменяется. Житуха нормально, ребята. Скоро дам вам эфир с новой квартиры. Бля. Ну держи интригу, хватит, и так уже все. Хватит. Держи интригу. Они всегда должны... Бля, ебать. Чё, пришёл балахончик, пиздат? Ну, такой. Светится. Крутой. Светится. Я не знаю, чё мне нравится, он светится, пиздец. Я эксперимент провёл, всё отлично. Да я думал, они придут мне вместе с кедами, а мне пришлось дольше ждать эту кофту. Ну, нормально. А ты видал мне, какого Калюня подогнал балахончик? Я только ее купил, потому что I stay fly, Не, ну, бля, это кайфовая. Вообще худак. Мне Колян тоже подогнал пару вещей Суприма пиздатых. Я не слушал новый альбом Фараона. Я послушал трек Ghost Man с Фараоном. Знаешь что? Я сегодня просто открыл какой-то новый, знаешь, в Инстаграме, где высвечивается. И там такая лента была. Такой типа кусочек трека его. Бля, братан, знаешь, где он порит тёлок, он говорит? Нет. Где у него оружие все лежат.
Он порит телок в своей арсенальной, братан. Речи нет, братан. Братан, насчет телок, блядь, инфа сотка. Но насчет арсенала, блядь, знаешь, что мне хочется? Пускай его папа послушает трек и скажет, блядь, нихуя у тебя, сынок, ёпта, попёжи тебя двигается, нахуй, на этой планете, блядь. Да не, я послушал трек, но неплохо. Ghostmane там, как обычно, наваливает люто, быстро. Ghostmane молодец. А Фарыч что-то... Я типа не услышал текста, потому что слишком как-то шумно голос, или слишком много дисторшена, или еще какой-то хуйни. Потому я что не... он в арсенальной был, братан, там слишком много шума от ружья. Таня, там... я, честно говоря, большего ожидал. Я ожидал большего. Я думал, что-то будет интересное. Потому что все-таки с западным делом думал напряжется. Пацаны, я в Москве, и тут рэпа нету. Тут такой рэп. Олег, он там задисил тебя. Слушайте, да дай бог ему здоровья. Пацаны, да. Он писю подисил только максимально, и все. Дай бог ему здоровья, блядь. Дай бог здоровья всем вам. И пишут, всем, говорят, всем людям на этой планете, дай бог. Натуре. Чтобы у вас все вышло. Чтобы у вас все так же было, хотя бы как у нас. Санек, ты что, ты их тушишь, что ли, блядь? Братан, я им просто правду говорю, братан, не обижайтесь, если что. Вот. Я самое что скажу, я такой же был, как и вы, пацаны, но только я хотел чуть-чуть повыше стать. И у меня это чуть-чуть получилось, но это только начало. Ну, это правильно. Вы что там, вдвоем? Угу. Трек малой куда-то опять пропал. Ну, он там с женой со своей отдыхает. Да, с женой, скорее всего. Я это... уже почти допилил альбом. Вот сейчас назревают очень серьезные драконы заключительные. И я буду встречаться уже с директором Universal. А он когда подвалит? На следующей неделе. Не знаю. Скоро. Ну, заебись. Смотри, пишут Кизару, что я продался. Кому? Я продался, братан. А можно вопрос кому? Скажите кому. Мы пойдем деньги хотя бы возьмем. Да, братан, блядь, не слушайте нахуй тут дауны вообще, да, блядь. Они просто чувак, знают, я вчера тусовался, блядь, с чеченцем с одним, блядь, супер умным типом, и на нас какой-то хуй выебнулся, блядь. Знаешь, что он сказал? Он просто повернулся и сказал, да иди ты нахуй, ёпты, блядь, тебя нахуй аж вообще трогать мне палево, нахуй. Просто ему это зарядило и отвернулся, говорит, да нахуй мне вообще, говорит, лохов, блядь, трогать, говорит. Говорит, ладно, там, говорит, достойные были какие-то люди, говорит, еще есть какой-то стимул их наебнуть, поднять свою сооценку. Нахуй бороться с лохами, это, блядь, то же самое, как бороться, блядь, 6-летним нахуй пиздюком, блядь. Да. И чеченец был плав, блядь. Слушайте, ребята, кто знает, Фара платил Ghostmane за фит? По-любому накинул пару косарей хотя бы. Ой, бля, я не знаю, накинул или нет, но мне интересно. Я не знаю информацию, мне просто интересно. Так, чисто. Знать для себя. По-любому. У меня аж телефон упал нахуй.
Фара. Ну что ты, Санечек, скоро уже прилетаешь, правильно? Ну да, сейчас я тебе говорю, последние вот дела делают. Мы тут еще с Винни кое-что мутим тут. С Винни-Пухом? Да, я там кое-что их свел там с одним умным человечком. Don't hate me, I don't speak Russian well at all. Don't worry, bro. It's okay. Народик, ребята, не спит еще. Ребята, не надо никого обзывать. И не надо никаких это, про рэперов. Ну, давайте не про рэп, что-нибудь про другое там. Бог с этим рэпом. Реально. Хоть про машины, хоть, не знаю, хоть про самолет. Какая у вас любимая машина? Вот я какой-нибудь кабрик хочу, пиздец. Братух, я хочу, знаешь что? Я хочу Камару, белая или желтая, как у Трансформера и Бабл Бибы. Ну тогда желтую надо брать, Санек, желтую, не белую. Не, ну белая тоже она крутая, белая крутая. Вов Дот мне пишет. Пацаны, я что-то не играю уже очень давно. Бля, мир сошел с ума, играют в эту же хуйню. А, Санек, я снял две дороги сегодня в стритлиге. Пиздатые? Ну, ты приколишься. Бля, ну, ты приколишься. Бля, я тоже что-то покататься хочу немного. Я хочу нашу тачку прикрутить на нашей тачке, пуляй. На нашем кузове хочешь? Хочу пульнуть нахуй, вообще. Смотри, нормально. Пишет тип, что у него машина, любимая Mercedes 140-й, блядь. Ебать ты бандит настоящий вообще. Классический, оригинальный. Вообще пиздец. На оригинал стиле. Валенсия, подожди. Все готовится, этот мерч уже почти готов. Будет пушка, пацаны. 600-й мерч, неплохая машина. Братан, смотри, как досочка на стене у Франчи сверкает. Бандитские вам, короче, эти тачки нравятся. Нормально. Мне тоже, пацаны. Нормально. В этом мы с вами похожи. Как она висит красиво, да? Я тебе говорю, она по дизайну тут у него вообще вписывается, вообще конкретно нахуй. Ну, чел пишет, чел, я вас могу полить всю ночь, заканчивайте, блядь. Пацаны, сейчас закончим еще. Да, мы просто на самом деле общаемся. Я давно Санька не видел. Перестань поломаться. Санек в Москве. Бля, тут телеграм наебнули, не, суки. Надо. Так сколько? Дня два уже как. Привет с Риги. Рига, привет. О, Рига. Пусть, а как они вот сделали? Вот типа не перестал работать и все? Ну, типа, мне приходят смс-ки, я вижу смс-ки, что пришло, не могу открыть и ответить на нее. Я иду скоро спать уже. Я сегодня лупил в стрит-лиге просто. То есть сюда приедешь? Скейтбордист скоро. Сегодня был. Да. А ты на чем катаешься сейчас? Что за курс? Да, братан, мне не хочется даже на Магде кататься больше. Не, ну на Магде так чисто трюки прям оттачивать. Потому что в стрит-лиге идет прокачка именно. Ну, стрит-лига это как тренажер для тебя. Да. Ты приходишь в скейт-парк, это для тебя тренажерик небольшой, ты его, блядь, прохуяриваешь.
Сколько у тебя время? У меня 2-3 часа ночи почти что. Да у нас час разница. У вас уже 4. Стрит-лига – это скейт-парк. Стрит-лига в Ютубе, напишите и поймете, что это такое. Стрит-лига Барселона. Google. Да не, не хочу никакую прокси и VPN, или как она там называется, нахуй вообще вкачивать. Я сейчас ебу страшки, она мне нахуй не надо. У меня все будет раздражать. Если спалит с травой ВМСК, тебе будет плохо очень. Это, по-моему, понятно. Что за глупые вопросы. Олег. Ебани вертушки по-братски же. Бля, я в Камчатке, привет, Камчатке. Просишь, ты вертушку дал? Так. Как телегу блокнули, так сразу VPN на первом месте в маркете. Есть еще такая тема, пацаны. Викар, я думаю... Многие знают из вас. Братан, я знаешь, на что думаю переходить вообще? На ACQ, как раньше. Ее прокачали, и она охуенная сейчас. Аська? Аська? Да, нахуй, чувак. Я на прокачанной, и сейчас пизда-то работает. Ты что, сумасшедший? Я тебе говорю. Какие еще ж тогда там это сломали? Ложись отдыхать. Я пойду скоро, не переживай. Как они волнуются, как? Я... Все нормально, мне не надо рано вставать. Нам некуда спешить, анекдот, пацаны. Ты какие-нибудь анекдоты помнишь? Я вот вообще ничего не помню. Да, братан, что-то как-то жизнь меня нахуй куда-то привела, блядь, без анекдотов. Без анекдотов, да? Мы же с тобой это... Что, невеселые же, да, парни? Ну, у нас такое, как бы, блядь. Не, ну, бывают угары, но не так часто. Ну, и то жизненные угары такие, душевные. Либо над каким-нибудь долбоёбом угорать ради прикола. Так, привет. Хабаровск. Ты был в Хабаровске, Санёк, когда? Нет, по-моему, где-то север, по-моему, какой-то. Ну... Да, там холодно. Фейс лучше. Братан, блядь. Так и слушай его, ради конечно, бога. Конечно, братан, слушай его вообще. Кричи в рупор, что ты слушаешь его. Тебе, мне кажется, респект многие выдадут вообще. Ты поднимешься вообще по жизни, типа того. Че и так? Чё и так? Просто чё и так будешь говорить? И ты говорю, удачи просто. Братан, который вот это сказал, фейс лучше, ты просто... Смотри, смотри, Олегу пизда затмила разум. Во-во, чел спрашивает, фейс чё ещё живой в натуре? Вот, бля, братан, это такая же тема, он, по-моему, сдох вообще где-то. Я бы... Приедет, пизда затмила разум. Пацаны, вы просто увидите, как у нас это дело. Это подходит, кстати, к 80% пацанов. Вот эта фраза реально. К сожалению, большому. Да. Но точно не к нам. Пиздец. Да. Олег, я плавать хожу пока только. А чё, погодка пиздатая стала? Ребята, хватит обзывать музыкантов там. Ты задумался о моем слове. Конечно, задумался, братан. А раз, блядь, ты и все окружающие тебя люди действительно вам затмило разум пизда. Вы ради пизды готовы сделать все, что угодно. Бэкфлип делать на месте.
Вы готовы тратить бабки, все что угодно. Если пизда того стоит. Но с нами это не прокатывает. Мы даже никогда не платим капусту, чтобы что-то получить. Братан, мне тут тоже такое предлагали недавно. Ну что вы штрихи? Это штрихан, что ли? Штрихан? Что-то не вижу штрихана. Нахуй. Да вон он штрихан тут, я тебе говорю. Ах, он штрихан. Ну что ты, трипл штрих. 360 штрих. 360 штрих. Е-бой. Можно ли заплести один дред? На жопе, братан, запрети его. Просто не потирай жопу, нахуй, он тебя там сам спаляет. Сам скатается, да, скажи? Я тебе говорю, только не дред будет называться, а букля. Бля, пожалуйста, хватит, я плачу. Пожалуйста. Фуф, бля. Да. Букля, бля, что вообще? Откуда ты это берешь, Таня? Ты берешь это на улице и несем сюда, да, вот это тема? Нет, это просто накидка идет, чоковозская. Че и так, да? Приезжай сюда, мы полетим туда. Я как-то один раз прилетел туда и что-то улетел вообще нахуй и не возвращался, блядь. Buenas noches, Ule. ¿Cómo estás? Hermano. Perfecto. Estamos aquí en casa. La mesa rota no funciona. Fumando canuto, tolerando. Muy fumado, hermano. У меня осталось 4 дозочки как раз. Прикинь, все. Один на один. Вот мне постоянно пишут эту хуйню, ребята. Брат, пацаны, да это дикие. Вообще, мне кажется, какие-то парень, дикие люди, братан. Это какие-то дикие люди, которые с леса выходят и такие. Чисто подраться и в лес убежать, блядь, обратно. Вы что, дикари, блядь, успокойтесь. В натуре, бля, откуда с гор приехали, блядь, на двору уже 2020 год, мы в будущем, а вы, блядь, один на один все выпрыгиваете, бля, выпрыгни нахуй, я хуй знает, блядь, с медведем, блядь, я хуй знает, с собакой выпрыгни, с какой-нибудь, нахуй, я не знаю, нахуй тебе с человеком выпрыгивать, блядь, ты че, блядь, хуй знает. Вопрос, не готов ли выпрыгнуть я один на один, вопрос в том, готов ли я жизнь отнять один на один. Вот это уже интересный вопрос. Задайте его сами себе. Готов ли вы взять такой грех на душу? Готов ли вы выпрыгнуть разочек и навсегда? Что? Ты сам-то откуда? С какой зоны откинулся? Вот пацаны, они. Я откинулся вот они. Вообще. Стоп, вот они блатные подкатили. Пацаны, я откинулся, блядь, где нахуй за широкие штаны пизды давали нахуй, блядь. Вот оттуда я откидывался, блядь. Какой зоны ты откинулся? Я откинулся оттуда, откуда тебе никогда не откинуться в своей жизни. Тебе визу даже тебе не оформят туда, братан, просто. Смотри, вот Влад Медельсон, смотри, что пишет. Конечно, можно, чел, заплети. Ты чё? От тебя ждут все этого.
да нахуй вы еще, блядь, даже не знали, что это, блядь. Ты что там шипишься, ну? Я... Ну, не шипи, брат. Я на грилзак, братан, просто. Я понял. Зару. Да, это я. Это Олег Нечепуринка. Бля. Валенсия. Бля, слишком большие тексты какие-то пишут, бля. Кто поместье? Ну, хочешь, ну, так, что? Да все в школе носили широкие штаны, кто по рэпу двигался в то время. В то время не рэп был, а хип-хоп пацаны даже, блядь. Олег, ты сигареты куришь? Иногда бывает. Не обязательно, на роликах. Ну, очень редко. Это бывает, но иногда... Жизнь баран. Пацаны, мы не воры. Вы буковод, что вот? Олег, шпак кидаешь? Братан, я не знаю такого сленга. Шпак, шпакляк, блядь. Шпак, нахуй. Что такое шпак, блядь? Я хуй. Шпак, шпак. Я только шпагу кидаю, братан, ты же знаешь. Шпак это типа хуйня, типа того, врубаешься. Я вот этот ваш сленг не понимаю. Это новый нано-сленг. У нас свой сленг. Шпак, насвай. Ебай, мой рот. Да упаси господи. Шпак? Мне кажется, какой... шпак это, блядь, еще фенчик такую хуйню называют. Какой насвай? Вы о чем, ребята? Вы что, блядь? Вы что, пацаны? Санёк, ты как, утром на свайчик? Продолжаем, да, как витамины ебашить? Пацаны. Да, пацаны, мой карман мне не поможет, не позволит отдать на вот такую хуйню бабу. Пацаны, я вас прошу вас, не употребляйте вот эти спайсы, вот эти соли там. Вот это легалка, вот это ваша. Да, братан, да там просто нету варика другого, чтобы, блядь, они просто, блядь, употребляют. Бля, лучше просто занимайтесь спортом, будьте сильными, крепкими. Ну. Если хотите покурить, курите шишечки хорошие, качественные, сладкие, вкусные. Чел, да их нету, блядь. Но их очень сложно найти, я понимаю. Ну вот, и поэтому, если даже вы не можете найти, не надо искать, ребята. Не надо подвергать. Если надо, опасности. Она вас сама найдет. Судья Игнат приедет в мае. Судья Игнат. Почему Киевстоунер? Часто судью Игнатом называют, я, кстати, заметил. Ну, это понимаю, но из амплуа его, типа. Его... А я его, короче, видал, когда ходил к Руси на показ. Короче, мы стояли возле входа, обпагивались там кучу народа, и он такой орет. Кто фагает тут? Я просто такой подрыгаюсь. Тут Hound Family раскуривается, парниша. И он просто на меня вот такими глазами смотрит и ничего даже не сказал, блядь. Да ладно, он Альберт крутой тип. Я тебе говорю, он просто такой, говорит, я говорю, тут Hound Family раскуривается, парниша. Он на меня просто такой стоит, смотрит просто в ахуе. Ну, что, вы куранули? Ну, расчитались. Да, расчитались, малец. Ебо. А что думаете? Да и что вы какие? Что вы блять, вы все про наркотики. Господи боже мой. Что с вами, ребята? Вы что? Успокойтесь, блядь. Не хватка внимания, наверное.
У вас что, хватит наркотики? Ну, не надо. Плохо. Зачем? Что за хуйня у тебя на голове? Это называется дредлокс. Мабой. You know? А еще сверху капюшон. Бля. А это капюшон, да, кофта. Такая, да, прикинь. Что вкатило с запада из нового? Да много очень музыки в последнее время. Вы же знаете, каждый там месяц, два какой-то дроп крутой. Браток, ты будешь еще фит с Роузи Вижн спрашивать делать? Не знаю. Опять текст писать? Не. Мне и так хватает работы, Санек, у меня куча всего, ты же знаешь. Бля, я себе вот этот парень, хуй, я себе у тебя пешки на обсадке. Вот. Это какой, а? Острый язык, блядь, у тебя парень. Пешки. Братан, это просто маска моя такая жизненная, а не пешки. Маска жизни. Жизни маска. Салам из Чечни, братцы. Чечне салам. Чечне вообще от души, блядь, от всей, от всего сердца. Салам. Салам алейкум. У меня столько, на самом деле, в Питере осталось ребят чеченов, я даже не знаю, как у них дела. Большинство. Не знаю даже, что с ними. Готов поспорить, все хорошо, нахуй. Мне кажется, все нормально, да? Казахстан. Казахстан. Братан, прикинь, они за столько лет еще не поняли, кто с тобой в трансляции. Ну, не знаю. Значит, им не особо интересно, Санек. Значит, ты знаешь, что такие летящие люди? Летящие. Пацаны, да он не подходит, фит с фарой сделать, это как, я хуй знает. Это как Жиган какой-то, я грубо говоря, сделает фит с каким-то Филиппом Киркоровым, блядь. Да, они не подходят друг другу. Вот. А, и еще, все, типа, думали, что я там в своей гневной транс... Я еще раз повторюсь, что думали, что я... Жиган, что-то там про Жиган сказал. Я, Рома, отзывался обо мне, ну, позитивно. Как я могу отзываться о человеке, который отзывался обо мне позитивно, как-то плохо? Он выразил свое уважение к моей музыке. Ему понравилось что-то. Да? Соответственно, я не могу просто так безосновано его обидеть. Это было бы глупо с моей стороны. Во-вторых, я имел в виду Джиган, знаете, такой, как 10 меня, вот такой он большой пацан. Он очень спортивный, у него получается быть на спорте, но... Но не на рэпе. Но не на рэпе. И он сам это знает, мне кажется. Но в России можно заработать на любой музыке. Если даже вы пукать в микрофон будете ритмично, вы заработаете денег, я вам обещаю. И главное, фриками побольше выйти. И тогда у вас будет все в ажуре.
на каком-то моменте. Но недолго. Совсем недолго. Что, короче, по итогу? По итогу. Двигаться ровно. По итогу надо. Ни влево, ни вправо, а только прямо. Вот по итогу. Надо быть самим собой по итогу. Как-то так, пацаны. Советую вам всем оставаться самим собой. И держаться в стороне от плохой компании. Вот что я вам советую. Танек, а ты что, сладкое ешь? Я тоже хочу сладкое. Братан, я какую-то тут штуку нашел. Такую в магазине продают. Чупа-чупс, как конфетка. Блять, я каждый день их съем. Скроют меня эфиры. По ходу дела, кто в черный список попадает и не может потом смотреть и срать мне в комментариях, гордиться очень сильно этим. Ребята, вы неудачники. Жесткие полоскуны, проходимцы. И микробы. Да не, просто это парни, которых, знаешь, нонеймеры. Я не понимаю, зачем. А, я хотел фруктика какого-то. Вот яблоко. Идем завтра в магазин. Да, да, мы идем завтра в магазин. Спасибо, мужик, я буду продолжать. Ты же знаешь. Но я делаю это для себя, потому что это очень интересно. Музыка — это очень интересно. Создавать что-то новое — это очень интересно. Пацаны, я многим чем занимаюсь. Яблочко. Глеб вышел из Skittles за 50 баксов. Вот. Будут работать с DJ Smokey. Да. DJ Smokey и Рубен Слик. Вот такие вот будут работы. Дальше тоже. Ебой. Это деньги. Это баб. Уе. Ты чё, пулап забрал наличку на немёртвый президент, что ли? Да. Просто веер. Знаете, как у Синдал был из Mortal Kombat железный, а у меня долларовый. Такой... Олег, как ты познакомился с Касом? Не буду рассказывать. Касик хороший парень. Жалко, что он отсидел 4 года за такую хуйню. Ну да, баловался.
со всеми бывает. 4 года это много. Ну да, бля, мини-жизнь большая, мне кажется, пиздец. Я бы дал 2,5 максимум. Это справедливо. Пацаны, я не коп, я красный, нахуй. Я красный на белтах и на голде, пацаны, так что нахуй. Пацаны, а что вы хотите от жизни вообще, мне интересно? Че вот, ну, денег, наверное, да? Знаменитым или что? Что вы хотите? Я всегда хотел, не знаю даже кем стать, но не музыкантом точно, чем-то покруче. Но музыка меня всегда интересовала, типа, с детства сам. Бля. С 15 я прям очень плотно интересовался музыкой. Это был как наркотик. Разная музыка, интересная, это как наркотик. Будет ли следующий выпуск Коча Дель Хефе? Обязательно. Ребята, в следующей программе будет Смоки Мо, потом будет Киев Стоунер, и дальше еще какие-нибудь интересные ребята. Я граффити занимаюсь. Ты молодец. Хоть не хуйней страдаешь, бля. Смотри, пишет, тип, Смоки хуй. Ебать ты, придурочный, конечно, бля. Ты кто, дядь, вообще? Да спросили, не пишите ничего ни на кого. Он уже кучу всякой ахинеи написал. Ему нравится, что я на него внимание обращаю. Он хайпит. Хайпит. Братуха. Напиши лучше, куда ты отдохнуть хочешь. Ты даже, я даже тебя хуем обзывать не буду. Ты полоскун, братан. Ты водичка, где хуй там промывают, нахуй. В военкомате, знаешь? Ты просто ну да, вот я про эту водичку имею, где там тысячу хуев бывает. Ну а да, ты... да, в военкомате, когда говорят, остуди. Как? Да я ни на кого не обращаю внимания, пацаны. Успокойтесь. Мне вообще до пизды. Я просто в угар читаю это все. Мне нравится иногда поприкалываться. Махают руками. Привет, привет. Я помахаю вам.